Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. И сегодня у нас видосик будет с новостишкой. Думаю, что для многих из вас интересный. Дорогие друзья, прошло уже целых 2 года с момента выпуска такой интересной серии часов, как Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. Действительно классные часики. У меня есть модель Huawei Watch 3 без Pro. И они действительно прикольные. Это первая их модель с LTE-версией, а также с новой их операционной системой Harmony OS 2.0. Часики достаточно элегантно выглядят, имеют интересные особенности. Батареечку держат, в принципе, неплохо для их функционала. Кстати, версия LTE или вообще сеть LTE на этих часах работает намного лучше, допустим, чем на часах Samsung Galaxy Watch 4 или Galaxy Watch 5. Там есть перегревы. В Galaxy Watch 5 уже поменьше, конечно, но в Galaxy Watch 4 LTE версия — это вообще просто какой-то караул. В данном случае Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro LTE работает просто, исключительно, хоть сколько говори, хоть сколько слушай музона и так далее и тому подобное, и они никогда не перегреются. Классные часики Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro, но уже прошло уже 2 года, представляете? Я думаю, что самое время появиться как бы другим часиком, таким как Huawei Watch 4 и Watch 4 Pro. Официально компания Huawei не делала никаких вообще по этому поводу, так скажем, интервью. Ничего вообще не говорит о том, что в скором времени где-нибудь она да вдруг покажет новые часы, которые будут действительно просто самыми крутыми часами в мире. Нет такой информации, но есть некоторые предпосылочки. И как говорят некоторые инсайдеры, что возможно они это запустят или покажут в ближайшее время в мире. Вот так, поэтому ждем-с. Ну а сейчас кое-какие инсайдерские, так скажем, вырезки, которые уже существуют по поводу Huawei Watch 4. Если верить, дорогие друзья, информации от инсайдеров, то отличительными чертами Huawei Watch 4 это будет такой материал корпуса, он будет у них оригинальный, с некоторыми там интересными штучками, ну а также поддержка спутниковой связи. Это вообще круто. Wi-Fi Альянс недавно опубликовал 2 сертификата, вернее, сертификаты 2 моделей новых часов Huawei. Ну и, естественно, инсайдеры предполагают, что это будет Huawei Watch 4 и Huawei Watch 4 Pro. Сертификаты также показывают, что 2 этих часов будут работать на операционной системе Harmony OS. Естественно, это будет уже, если это будет Harmony, то это будет Harmony OS 3. Однако другой информации о том, как эти часы будут выглядеть, какая у них будет сертификация, спецификация и так далее и тому подобное, нет. Но есть инсайдеры. Информатор предположил, что Huawei Watch 4, вероятно, будут оснащены спутниковой связью для отправки SMS без мобильной сети. Это совершенно новая возможность, которая сделает Huawei первыми в мире смарт-часами со спутниковыми SMS. Следующее новшество, дорогие друзья, предполагает, что умные часы будут использовать премиальный цирконевый материал для корпуса. Естественно, это будет относиться, наверное, всего, скорее всего, к Pro-версии, ну и, соответственно, будет дороже, чем вариант обычный. Кроме того, я не удивлюсь, если Huawei внесет какие-то свежие новшества в дизайн вообще, в принципе, смарт-часов. Это было бы неплохо. Ну и, естественно, подписывайтесь, дорогие друзья, на каналчик, нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе. Я со своей стороны постараюсь самые свежие, действительно, более-менее правдоподобные, а возможно даже действительно правдивые новости выкладывать на свой канал, чтобы вы, дорогие друзья, были в курсе. Я знаю, что вас это интересует так же, как и меня. Подписывайся, лайк, ну и комментарий. Возможно, ты знаешь какую-то более точную информацию, о которой не знаю еще я. Буду признателен, если ты мне, дорогой друг, об этом напишешь. Спасибо за внимание, до свидания, всего доброго и до новых встреч.